Всем большой привет! Здравствуйте! Добро пожаловать в прекрасный Нижнекамск, по-настоящему спортивный город. Сегодня очень серьезный соперник приезжает в гости. Приезжает тульский «Арсенал», который, в свою очередь, ведет борьбу за повышение в классе. Поехали! Разыгран мяч. «Арсенал» начинает с центра. Футболисты «Арсенала» сегодня играют в желтой форме. «Нефтехимик» в привычных зелено-черных цветах. Здесь следует заброс, момент. И чем же завершится этот эпизод? Очень неприятный эпизод для Андрея Голубева. Там и успели столкнуться футболисты и получает повреждение игрок «Арсенала». Ну и более того, матч против «Волгаря» там от Козлова пропустили на 8-й. Подача, момент, вот он, шанс и гол! И забивает «Нефтехимик». И кто отличается? Вагиз Галиуллин! Ну вот, пожалуйста, фактор капитана. Насколько Галиуллин важен для своей команды. 1-0. «Нефтехимик» долго ждал. Долго присматривался к сопернику. Позволил «Арсеналу» поиграть в пас. Ну и кажется, что несколько потеряли футболистов соперника защитники «Арсенала». Базилюк оказывается за пределами штрафной. Это впервые будет в противостоянии двух команд, когда одна из команд не сможет отличиться гол. Удар! Опаснейший момент! Снова Голубев хорош. Ткачев уже в чужой штрафной. Подача. Рикошет, скидка. Заброс. И здесь можно пробить. Хорошая позиция. Ткачев! Андрей Голубев. Еще один шикарный сейв. Но здесь, пожалуй, все-таки ближний угол. И ближнюю штангу голкипер «Нефтехимика» закрывает. Атака «Нефтехимика». Галиуллин. Прострел низом. Опасный момент. И Денисов старался пяткой обмануть голкипера, пробить в ближний угол, но не попадает в створ ворот. Атака «Нефтехимика». Хороший пас под забегание Дворецков. Передача, момент, удар, и Левашов. И может продолжиться эта атака, и получается эту атаку продолжить. Момент какой был роскошный у «Нефтехимика». Константин Базилюк устроил дуэль против Михаила Левашова. Сокол, один из самых активных футболистов «Арсенала», с мячом, но далеко упустил. И все, звучит финальный свисток. «Нефтехимик», благодаря голу Вагиза Галиуллина, в первом тайме побеждает.